Хотите сэкономить 90 человек или 4 человека? 120 перцев. Вот на этой машине можно вырезать из перца сердцевину. И потом его фаршировать или для заморозки, или для консервной индустрии. Оборудование позволяет сэкономить рабочую силу 90 человек или 4 человека. Почувствуйте разницу. 120 перцев. Сюда укладываются перцы. В зависимости от сорта перца можно поменять эту ложбинку. И в зависимости от размера перца может быть изначально изготовлен лоток меньше или больше, но дальше все происходит регулирование ножами. Вот мы видим с вами ножи. В зависимости от сорта перца, от его размера, можно высверливать в разном перце разную сердцевину. И вот здесь выходит уже готовый продукт. Вот почувствуйте разницу.